Апрель 45-го. На пути к Берлину Красной Армии предстоит взять последний рубеж – Вену. Но для этого нужно совершить невозможное. Взятие Имперского моста стало таким психологическим еще переломом, который предвосхитил падение города. Как удалось захватить сверхукрепленный мост Райхсбрюкке, который фашисты могли взорвать в любой момент. 105 человек наших бойцов против более 1000 солдат вермахта. Как такое возможно? Только в нашей программе. Рассекреченные документы из архивов Министерства обороны России об одной из самых дерзких операций Второй мировой войны. Это рассекреченный отчет о десантной операции по захвату Имперского моста 11 апреля 1945 года. Секретные материалы. В среду в 20:25 на телеканале «Звезда».